Ну что, мальчишки и девчонки, расскажу еще отзыв об одной мойке. Некрасивой мойке под Петровско-Разумовским мостом, но моют качественно таджики. Солнышко припекало, 23 число. В общем, короче, мойка на самом деле хорошая. Быстро помыли, коврики чистые, все хорошо, все классно, но вот зал ожидания, где мне сказали «погрейся, пожалуйста», это отдельный разговор, и я его, конечно же, снял в видео. Там срач, просто срачник. Там, может быть, они ночью все спят, таджики. Вот, в принципе, и зал ожидания. Такой зал ожидания. Камера есть. Кто не курит, конечно, тут охренеет. Запах курева очень сильный. Кофе можно, интересно, сделать? Можно. Сейчас мы попробуем горячий шоколад замутить. Выбираем горячий шоколад. Работает. Все. Говорят, можно забрать. Оп. Правда, горячий шоколад. Присядем сюда, закурим сигарету. В принципе, отсюда видно, как машина моется. Долго я там сидеть, конечно, не смог. Воняет. Да и, в принципе, я видел, что машину-то почти помыли. Думаю, дай сигаретку возьму и на чистый воздух выйду. Итог таков. Машина чистая, без подтеков. Все вытерли, все резиночки протерты. Коврики чистые. Я как бы рад. 300 рублей, вся радость. С ковриками за легковую. Спасибо им.